А что это сумка ты оставила там? А там у меня еще сумка на лук набрала, на закрутку, на борщ. Ну побольше лука ж надо. Вот тут еще знакома какая-то личность, не знаю. Прямо он мне вот туда, к таким машинам, где покруче. А что это такое покруче? У нас тут вроде все богатые. 40 лет без урожая, все богатые. Здравствуйте. 50 есть тебе? Сколько? 51 в этом году. Старая, я уже бабушка. Года день рождения? 8 декабря. Зимний. Я стрелец. Владимир Иванович, в январе. Блядь, конечно, все. Гулять будем вместе, значит. Возник Бомбер. Я ж тебе дал 500 рублей. А, Владимир я Иванович. Я поменял. А-а-а. Вон оно что. Шприцу взял. И самое. Разменял деньги. Хлеб и шприц взял. Возник Бомбер, Сань. Нальете кофе, Бомбер. Володь, а стихотворение можешь сказать одно? Давай, начинай. Поле ветер дует до листьями фурка. Кукуруза сыпется лавиной. И опять за дело взялся я. Это он сам сочинил, да? Я знаю. Это собственного сочинения. А еще, Владимир Иванович? Москва столица вдохновений, и нежных дум веселый вздор, и говор грозных измышлений заполнит гневный мой укор. Москва открыла звуки жизни, на нех простых победных шаг. Судьбы народа стоны муки, благой идеи злейший враг. Про Москву, а теперь про Волгоград. Город этот мне понятен, но всего мне не узнать. Внешний вид мне опрятен, все здесь надо убирать. Люди в нем живут богато, но не могут все принять. А когда мне стало трудно, им не надо было брать. Здорово, Владимир Иванович. Сделай кофе, но... Зачет. Сейчас спою, честное слово. Ты стихами я прям как запою сейчас. Можешь песню, Наташка, петь? Да, конечно. Помнишь? Как... Самолет летит, колеса гнутые, а вы не бойтесь нас, мы шибанутые. О, частушки, да, поперли? Без мата. Ну да. Русский народный. Пойдет. Меня мама ржала на соломе на мосту. Меня куры обосрали, потому я не расту. Теперь ты, Владимир Иванович, стишок какой-нибудь. Он только сейчас три рассказал. Сделай кофе. Три, да. Сделай кофе. Здрасте. Кофе будет? Сейчас ты, ну, попозже. Нор! Ну, придешь ко мне. Сделайте кофе. Нор, пусть... сделай кофе. Да, да. Сейчас я переведу. Будешь, Наташ? Кофе. Пить, да? Сейчас сделаем. Ну что ж, ну, я же говорю, в Магадане ни воды не ценят. В Магадане? Где-то отправил вот так, без харчей. Шуруер дома возьмешь. Два кофе. Наташе тоже. А то она пить хочет. Вот у нее воды нет. Да нет, в Магадане. Храм у нас красивый, да, Наталья? А ты не видел, что я вот там поставил? Я ж поначалу... Ты думаешь, я там тоже все вижу, что ли? Везде вижу. А, бывает. Будь я сам подкидываю тоже. Не забываю во все соцсети. Все ссылочки вот здесь в описании, друзья. На главной, в шапке профиля. Телега, инста, все остальные. Не обливайся, Владимир Иванович, смотри, вот уже что ты наделал. Новый пиджак заляпал. Так же нельзя. Ерунда! Ерунда, думаешь? Наташ, ты тоже так думаешь? И ты знаешь, и ерунда, я знаю. Ерунда, конечно. Дед сказал ерунда, значит ерунда. Владимир Иванович, он не шутит никогда. Всем приятного аппетита. Так же нельзя. Кто с нами по кофе? Большой привет Ярославлю, Карачаево-Черкесии особенно. Ага.
городу Черкесску. Наташка Волгоградская. Преображенская. Волгоградская там была. А, да? Там была Волгоградская. Да. А здесь ты Преображенская. Преображенская. Наташа Преображенская, друзья. Кто не знает, знакомьтесь. Наша новая, старая знакомая. Актриса, как они там написали. Актриса, да? Ага. Больших и малых академических театров. Ну да, что я говорила. Театр юного зрителя, что-то такое. Что-то в этом роде. Где-то там. Ну ладно, все. Считай, познакомились, Наталья. Доценту привет большой. Привет. Доценту передам. 5 числа уезжает. 14-го опять был артист. Что там было-то у него, как, Наташ? Ничего? Да ничего, если бы не пить. Не, у меня есть хлеб. Не тепло надо. Там у них, ничего? Тепло нормально, но только что вот я говорю, засрали все, пьют как собаки, блядь. Если бы не пили, было бы все по-человечески. А, ну все бывает. Разгребла понемножку им, они так, ну беспробудно, блин. Это лучше такое. Ты, Владимир Иванович, что, в больницу пойдешь? Угу. В пакеты клади. Нет, так же нельзя, Сань. Так тоже можно. Корабль какой-то приехал. Оп, она ест. Мотиться же нельзя никак. Да нежелательно, Наталья. Вот хожу, матерюсь. Не сквернословь, не надо. Ну, характер такой. Мы тем более рядом с храмом рядом находимся. Тем более. Да, Владимир Иванович? Так, ну что, надо лопать. Есть ли они душой? Сань, все знаем, Сань. Владимир Иванович, пойди одну луковицу небольшую возьми, пожалуйста. Луковицу. Да, небольшую такую вот. Борщ пойду опять варить и это фаршировать перец. Это вам центральный надо. Фаршировать? Да, там, пошли, лук, там лук. Пойдем. Пойдешь? Что, пойдешь в ту сторону, Владимир Иванович? За луком. Или ты куда? 3 рубля вот есть на лук, пошли. Не ходи! Не ходи? Не ходи! Ну ладно, посижу. Ты что, подойдешь? Ага. Одну луковицу брать. Одну вот такую небольшую. Знаешь? Знаю. Наташка, она лук любит. Чиполлино. Хочешь, буду подписывать, как Наташа Чиполлино. Не надо, Преображенская, потом будут сказать, о, блядь, ебаная, Чиполлу-то откуда она свалилась, блядь, с каких небес. Ладно, ладно, все, Наташа Преображенская. Знакомьтесь, кто не знает. Уже не снимать, то будут там комментарии. Да, обычно все. Все обычно. Баба при себе. Ничего. Нас уже как там только всех не описывали, Наташа. Не обращай внимания, да. Я же не могу. Я для всех хороший пишу. Не будешь. Для всех хороший не будешь, так что ничего. Сашка, все у нас нормально, едем дальше. Да. Владимир Иванович за луком пошел. Ага. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. А, ну да, вон он. Вон он на горизонте. Нам бы надо в озерку съездить. Там такие кадры пропадают. По делам, да. Там такие кадры пропадают. На Дерибасовской хорошая погода. Да, на Брайден-Бич опять идут дожди. Они сусветные прям. Кстати, уже пригласили. Можно ну сегодня вот, рвать когти. Вот. Вечерочком. Расскажешь, что там потом, как время провела.